Добрый день! Приготовим песочное печенье с овсяными хлопьями и какао. По структуре оно похоже на прянички, а выглядит очень эффектно, благодаря характерным трещинкам. В большую миску выкладываю мягкое сливочное масло. Сюда всыпаю весь сахар. Слегка разминаю. И размешиваю миксером до объединения масла с сахаром. Затем по одному добавляем яйца и продолжаем взбивать. Когда яйца хорошо объединятся с масляной смесью, добавляю сок половины лимона. И перемешиваю. Просеиваю муку, смешанную с содой и ванилином. Быстро замешиваю тесто. Долго его вымешивать не нужно. Слегка замешиваем ложкой, потом продолжаем замес руками. Вымешиваем до получения мягкого пластичного теста. В готовое тесто добавляю овсяные хлопья. Берите хлопья, которые нужно варить, и вмешиваю их в тесто. Такое тесто хорошо берет любые сухие добавки. Тесто получается мягким, пластичным. Оно сразу готово для формирования печений. Маленькой ложкой набираю тесто, скатываю его в шарик размером с грецкий орех и обваливаю в какао-порошке. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Так формирую все печенья. Раскладываю их на большом расстоянии друг от друга. Получается два противня печений, 32 штуки. Перед выпечкой печенье слегка приминаю дном чашки и отправляю выпекаться при температуре 180 градусов 20 минут. Вот такие печенья получаются. Затратив всего полчаса времени, вы приготовите вкусное домашнее печенье. Приятного аппетита!